дирижеры молодые, они всегда думают, что надо все переживать. Это смотря какого композитора. Прокофьев, он такой объективный, там замедления, как ни вы не написаны, смены темпов, которые вы делаете. Там нет этого. Прокофьев хитрый, он вообще не советский композитор. Совсем. Он, как и Брамс, он это прячет. Он не такой композитор, он такой, смотрите. Станиславского в театре было так. Перед выходом на сцену там коврик лежал. И вот за 5 минут артист должен был встать там и стоять. Не анекдоты рассказывать, а потом выскочить. А стоял там. И знаете почему? Потому что как начать? Вы должны начать. Нет, посмотрите. Пришел? Нет, неправильно. И пришел и... Да, ты должен в состоянии ауфтакт дать первый. Да. Хорошо. Между долями у вас пусто. Нет, вот где вы ведете, между долями. А вот это капельмейстер делает так. А стучать не надо. Сюда, сюда, сюда. И причем не амплитудой, а я хочу так. Телом и руками. А лицо должно быть. Вот. Ничего нет комичнее, когда на сцене дирижер стоит и делает так. Так делает, а вы? Так, правда. Надо музыкантов заставлять играть. Лицо, чтобы было в характере. Да, но улыбаться больше. Улыбаться больше. Браво, браво.